Добро пожаловать на канал «Четвертое измерение». В сегодняшнем ролике поговорим о модели из недавней коллекции Радо Флоренс. Линейка посвящена вечным мотивам Флоренции эпохи Возрождения. Башни и купола нашли свое отражение в элегантных линиях и гармоничных пропорциях модельного ряда из нержавеющей стали. Часы представлены в мужском и женском варианте. Представленная в обзоре модель для изысканных дам с тонким профилем и плавно сужающимся браслетом из 7 звеньев получила некоторые новые черты. Так, например, черный лакированный циферблат в корпусе из полированной стали и с безелем под выпуклым сапфировым стеклом. Скошенные грани придают ему объемный и стильный вид, визуально расширяя циферблат. Кварцевый механизм получил технологии Pressy Drive и Heavy Drive, которые обеспечивают повышенную точность его хода и устойчивость к царапинам. Минималистичный дизайн циферблат компенсируется четырьмя бриллиантами с огранкой квадрат и тонкими стрелками с родиевым покрытием. Значимая особенность коллекции Флоранс – особая форма ушек. Скошенные от центра корпуса, они придают внешнему виду часов особый элегантный вид. Вдохновленные итальянским возрождением, женские часы диаметром корпуса 30 мм поражают контрастами оттенков поверхности, сравнимых с игрой света на флорентийских улицах. Спасибо за просмотр. Делитесь своими впечатлениями о женской модели от Радо в комментариях. В описании вы найдете ссылку на нее в нашем магазине. Заказывайте, и мы отправим ее бесплатно в любой город России.